19 февраля во Дворце культуры «Губернаторский» пройдет фестиваль русской народной песни «У Симбирских у ворот», в котором примут участие ведущие коллективы муниципальных образований Ульяновской области. Инициатором его проведения стал ансамбль русской песни «Заваленка». Нам удалось побывать на репетиции коллектива. В нашем регионе много фестивалей проводится, различных, красивых, хороших. Это и праздники татарские, мордовские, чувашские, казачьи праздники. Но как-то все это проходили как-то мимо русских народов, эти фестивали. Меня ребята всегда спрашивали с районов, приезжают руководители, они спрашивают: «Володя, когда вы сделаете русский фестиваль, русские народные песни?» Ну и поэтому я вот подумал и с девчонками решили привести на наш отчетный концерт, он типа отчетного концерта, пригласить все коллективы, которые русского народного направления идут, которые, в принципе, пока в живых остались, вот, на наш фестиваль. Напомним, ансамбль «Заваленка» был организован в 1989 году. В его составе самодеятельные артисты, представители разных профессий. В 2000 году ансамблю было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». Его репетиционной базой долгие годы является Дворец культуры «Губернаторский». Коллектив является лауреатом и дипломантом областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. Имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма. За время работы ансамбль побывал во многих городах России и ближнего зарубежья. Обширный репертуар коллектива вбирает в себя русские народные, казачьи песни, песни советских композиторов, волжские напевы, лирические, шуточные, плясовые, игровые песни, частушки, песни ближнего зарубежья. Мы очень ждем всех себя 19 числа, 12 часов, во Дворец Губернаторский, на фестивале русской песни «У Симбирских ворот», где приглашает «Заваленка» своих друзей.